Петербурге пошла корюшка. Вот в этом ресторане, например, на нее скидка 50% по понедельникам. Да и корюшку тут подают круглый год. А каждый четверг скидка 50% на традиционные русские блюда. С подачей, как видите, заморочились, чтобы вам не скучно было кушать студень, пельмешки, которые они тут сами лепят и, кстати, используют исключительно фермерские продукты. Ну а подача трех видов домашнего сала просто убийственная, с желейкой из водки. Будьте осторожны, она очень уязвима. Кушать из шкатулки, конечно, не очень удобно, но зато безумно эстетично. Почти традиционную русскую уху готовят из сама, лосося и мидий. И подают с дымком, чтобы был эффект похода. Помимо русской кухни есть, конечно, и кое-что еще. Например, в зале стоит аквариум с живыми ежами и моллюсками. Цены на них супер демократичные, так что если вам захотелось ежика или устричку, то welcome, будете чувствовать себя настоящим русским аристократом. Гастропаб Иван да Марья находится на Невском 64.